Здравствуйте. На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Можно ли пойти к друзьям на свадьбу в пост? Покажите в вере вашей добродетели, говорит апостол Петр в своем втором послании, в добродетель рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. Вот рассудительность должна быть. Господь ведь как говорит, не могут поститься сыны чертогового брачного, доколе с ними жених. Придут дни, отнимется у них жених, тогда будут поститься. Мы, христиане, постимся для того, чтобы Господь был всегда с нами. Вот. Но есть у нас друзья, которые не постятся. Они сделали свадьбу в пост. Но, ну, конечно, они вас ждут. Любовь покажите, придите, поздравьте их. Не надо есть мясо там. Там наверняка будет что-то на столе, что вы можете вкусить и не нарушить пост. Поднимите бокал, Вина, сделайте несколько глотков, скажите хороший тост, призовите благословение Божие на них, скажите несколько слов о том, что им открыта дорога к венчанию. Что такое таинство венчания? Пожелайте им этого будущего. Пусть через ваши слова к ним на эту свадьбу придет благословение Божие. А потом встаньте и уйдите: не надо участвовать ни в пьянстве, ни в танцах, ни в драках. Вот. Но принесите туда благословение Божие и спокойно идите домой. Но если это, конечно, не страстная пятница. Тут уже надо быть верным Господу. Тут надо идти к Господу. Вот. Но прийти, поздравить может быть даже на полчаса сказать тост я думаю, что это как раз будет по любви. И будет правильно, и будет Богу угодно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео.